Магадан присоединился к всероссийской акции «Дню заботы о памятниках истории и культуры». Одним из таких мемориалов стал памятник пионерам освоения Колымы и Чукотки. В 1966 году было принято решение установить памятник тем, кто начинал строить Магадан и осваивать крайний северо-восток. Дело шло медленно, но в 1974 году скульптор Кирюхин, архитекторы Петербуржцев и Самсонов создали проект памятника, и он включал композицию из трех скульптур и вот такого, вот этого, который мы годами привыкли видеть, основание трехстороннего основания с барельефными изображениями самых представителей самых разных профессий. Только в 1999 году этот памятник был установлен. Но, собственно говоря, не памятник, а основание для него. Вот куда делись отлитые скульптуры для этого памятника, до сих пор неизвестно. На мраморной плите не было названия памятника, только дата начала строительства Магадана. А в 2019 году его восстановили пионерам освоения Колымы и Чукотки. 23 апреля 2021 года по инициативе сотрудников и волонтеров музейного комплекса Магадана мемориал стал объектом Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры. Давайте щетку нам еще бросайте.